Хе-хей, друзьяшки, с вами СтивПро, и сегодня я покажу вам мод на мебель для Майнкрафта Playstation. Что ж, этот мод добавляет нам большое количество мебели, которые вы можете создать в режиме креатива. Что ж, во-первых, мы можем заметить, что нам добавили вот такие очень классные красивые каменные дорожки. Также у нас появился звонок, в который вы сможете позвонить как культурные люди. Что ж, теперь заходим, опять же, как культурные люди, домой и закрываем нашу дверь. Что ж, здесь мы видим три вида разных тумбочек, да, к сожалению, с ними делать ничего не можем, но здесь мы еще видим цветные стекла. Да, их очень много разных цветных стекол. Но есть также корзинка, в которую вы можете выкинуть свои вещи. Еще три разных тумбочки из трех разных деревьев. Вот они маленько отличаются. Это у нас офисная тумбочка. Это у нас столик, и наверху столика находится микроволновка. Это у нас радио, которое издает очень классные звуки. Это у нас еще одна тумбочка. Это у нас уже печка, на которой находится, ну, фильтрация, так сказать. Вот, это у нас телевизор, и с помощью рычага вы сможете его включить. Что ж, дальше у нас идет холодильник. Вот такой классный холодильник. И, кстати, это не фильтрация, а вытяжка. И два столика, очень красивых столика. Также здесь есть подарок, но с подарками немаленько опоздали. Но все же, если вы сломаете, вы получите какой-то приз. Сейчас мы получили в приз чернила. И самое главное в этом моде, это вот такие шторы, которые вы можете закрыть и открыть. Да, этот порт, можно сказать, целиком порт мода на мебель с ПК-версии Майнкрафта. Просто-напросто задумайтесь, ни в каком моде вы еще не видели вот таких классных штук. Но, к сожалению, здесь вы не сможете выключить вот эту чертову лампочку. Да, она будет вас раздражать и светить. Что ж, давайте еще маленько побалуемся с телевизором. Да, помню, я в детстве, я так шелкал, включал этот телевизор в своей комнате. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.